Итак, очередное офисное Хрючево, солянка по-домашнему. Здесь у нас 3,6 грамма белки, 3,3 жиры, 5,6 углеводы, 70 килокалорий в 100 граммах продукта. Но здесь 250 грамм. 4 минуты разогревать. Выглядит вот таким вот образом все это дело. Опять же, хранится в 20 дней. Здесь у нас изделие кулинарное, охлажденное блюдо первое, обеденное, суп солянка сборная мясная по-домашнему, с огурчиками, 3 вида мяса, Пятерочка кафе. Как обычно, консерванты у нас Е625, 627, Е631, вода, лук репчатый, картофель, огурцы, соленые огурцы, маринад, соль, специи, регулятор кислотности, лимонная кислота, томатная паста, томаты, вода, соль, свинина отварная, свинина, специи, филе куриные грудки и бульон из бекона сухой. Ну, интересно. Содержание усилителей. Так, что тут у нас? Говядина, оливки, резаные маслины тоже есть. Поищем. В принципе, можно греть 4 минуты на все удовольствие. Вот, собственно, сама солянка. Не знаю, какие там 3 вида мяса. Но огурец вроде что-то есть похожее. Будем пробовать. Не, какое-то мясо есть, наверное, и курица. Ну, относительно солянки похоже. По-домашнему, да, по-домашнему. Как-то слишком простенько. Но, тем не менее, вкусно. Опять-таки, для обеда за свои деньги самое то.